просто наглость высшей степени. Я лежу, а он куда-то пытается пробраться. Куда, когда тут край к постели уже? Мать, куда лезешь-то? Блин, Вась, я сейчас обчихаюсь. А в телефон почесаться, да? Мать, давай рещи. Пыткалирку. Мать, ну куда ты? Тут места нет. Конечно, у меня же аллергия. Куда же еще лечь? Чего? Картина сверху. Просто из всей постели нужно выбрать именно мою подушку. Высшая логика, да, Мась? Всем привет, с вами снова я, Настя. Сегодня у меня 29 мая. Да, 29. Вчера выложила как раз видео про беременность именно сумки в роддом. Сейчас учу билеты. У меня, кстати, осталось вот чуть-чуть. В принципе, я прочитала уже 50 вопросов, мне осталось еще 40. И я почти молодец. Мне останется подготовить только речь и... Точнее, подготовиться к выступлению, поработать вместе с презентацией. Ну, так, чтобы все было синхронненько у меня. Вот. Кушаю клубничку. И мне все-таки наконец разрешили сдать все в один день. Соответственно, я 2 числа сдаю госэкзамен. После госэкзамена я жду, когда все сдают его. И далее я уже защищаю свою дипломную работу. Соответственно, у меня получается, что я все закончу в один день. Мне не надо будет волноваться, что я могу раньше родить. Я очень рада. Мы купили коляску. Кстати, коляску мы купили Тутти Зипинью. Бежево-коричневого у нас. Единственное, что я могу показать, это люлечку наверху, потому что мы убрали все пока в пакетиках наверх, чтобы не мешало, чтобы она не стояла просто так. Сейчас покажу. Ну, там наверху у нас люлька. А вторая прогулочная часть у родителей стоит. Коляска вообще просто бомбезная. Она очень легкая, мне понравилась. Также мы видели как раз похожую коляску, когда ехали с Войковской в метро. Не в метро, в этом, в трамвае. Вот. И женщина сказала, что зимой у них хорошо эта коляска проходила, что они отходили уже 2 года с этой коляской, с колесами у них ничего не происходило. И да, нам сразу сказали, когда мы покупали, чтобы колесики мы сразу смазали. Протирать некоторые части коляски можно специальной жидкостью для салонов автомобилей, она лучше снимает. И также, кстати, про матрасики. Ну вот, что матрасы в коляску лучше купить дополнительные, потому что те коляски, которые идут в комплекте, они все-таки максимум на месяц. И даже вот, ну, наш матрасик, в принципе, он сказал на недельки две, ну, он будет прям держать, но лучше купить новенький. И честно вам скажу, он сказал, что вот в колясках, которые дорогие, по 50 тысяч, там тоже матрас еще хуже бывает. И мы подходим к коляске, в которой, ну, даже вот примеры там, да, стоят коляски, мы щупаем, и там реально просто, знаете, как подушка такая пуховая, которая, ну, поспишь на ней, наверное, там неделю, и она у тебя в лепешку просто превратится. Вообще ужас. Поэтому мы, когда будем заказывать как раз кроватку, я сразу закажу уже и набор в колясочку. Вот, там идет подушка и матрасик. Кроватку. Кроватку мы выбираем между там 3, просто у нас в любом случае будет матниковая. И у нас, получается, мы будем делать перестановку. И если кроватка будет находиться очень рядом с... близко, прям близко расположена к нашему дивану, то у нас ящик выдвижной, получается, не сможет, мы не сможем выдвинуть его, поэтому, скорее всего, будем брать без ящика. Вот. Что еще? Нет горячей воды. У нас планово отключили горячую воду с 26 по 4 число, поэтому моемся с тазиками. Мне очень сложно. В плане того, что мне приходится отдельно мыть голову.
после того, как я подсушусь, там, допустим, сначала принять душ, вытереться, потом отдельно, допустим, подождать, вскипятить себе воду, помыть голову, стоя над ванной. Короче, это вообще геморрой. Потому что так просто тебе обливаться очень холодно. Ну, имею в виду, мне обычно хватает где-то, ну, вот раз полтаза мне хватило на волосы, а так у меня обычно таз уходит только на голову. И как бы таз я люблю на себя, потому что люблю погреться. Что еще такое? Да, да. И 3 числа у меня как раз плановый осмотр у гинеколога. Опять взвешивание. Должны будут прийти опять анализы. Они потеряли мою, кстати, кровь. Пришел бланк с анализом из-под крови, на котором написано, что материала нет. Соответственно, они куда-то профукали мою кровушку, и мне нужно сдать ее еще раз. Сдавать я буду в понедельник, потому что сегодня, когда я пришла, хотя написано, что кабинет работает с 8 до 12, принимает кровь, а не только до 10 часов. Желание обрезать волосы у меня с каждым днем все сильнее и сильнее, потому что жарко, неудобно. Единственное, что спасает, это хвосты. Смысл тогда что-то там делать, накручиваться, вообще не вижу сейчас. И да, муж работает, зарабатывает, и, соответственно, вот скоро вот поеду покупать себе одежду для госпиталя. Представители Домодедова на полке говорят, ситуация уже нормализовалась. Ай, нет, за что? Режиме ограничений не заметил условий на посадку больших судов, нет. Служба аэропорта находится в режиме постоянного взаимодействия с авиакомпанией. Мы рассчитываем, что все авиапутешественники будут своевременно проинформированы о возможных изменениях в расписании. Также рекомендуем пассажирам уточнить. Настя, делайте яблоки в карамели. На самом деле у меня уже завтра госэкзамен и защита диплома. Я подготовилась к ГОСам, частично подготовилась к диплому. Ну, там осталось только доучить. Решила себя побаловаться, хотелось так сладкого. Прям не могу именно яблок в карамели, вот хоть убей меня, хочу, не могу. Вот. Воду горячую так и не дали. Противные жлобы. Да. Всем привет! Сегодня 2 июня, у меня госэкзамены. Мы приехали все в институт намного раньше, нам еще до госэкзамена целых 1.5 часа. Ребята привезли цветы. Сидим, ждем, когда вывесят списки, кто у кого будет сдавать, в какой комиссии. И после, если я быстренько все сдам, похвастаюсь, надеюсь. Меньше 4 не рассчитываю. Это минимум. Все равно надо пешком. Там, я дома. Сейчас пойдем гулять. Кстати, сегодня как я была. У меня была типа туника, платье и леггинсы. Потому что в нем легко. Это более-менее относительно классическая рубашка. Вот. Я защитила диплом и гос на 5, так что я официально свободна от института. Мне осталось только забрать мою диплом на работу. Сам диплом. Вот. Вручать его будут, скорее всего, в начале июля. Поэтому я надеюсь, я успею. По поводу малыша сегодня, то, что очень много волновалось, малыш толкался активно. Мы, кстати, собрали кроватку. У меня там осталось купить специальные крепления для москитной сетки. И все. И да, ну, мы собираем еще приделать светильничек новый. Пожалуй, на этом пока все. Если буду гулять нормально так. Понимали преданность моего пса Коля. Это просто вообще что-то с чем-то. Коля ушел в магазин и ждет, когда Коля вернется. Знаете, приметы есть, когда ставишь кровать уже, постель, коляску покупаешь. Типа, для суеверных нужно положить туда игрушку. Тор любит таскать эту игрушку. В прошлый раз я посадила ее поближе, он ее оттуда вытащил. Сейчас она сидит там в углу, он скулит и просит, чтобы ему дали эту игрушку, потому что через бордюр он перелезть не может. Это очень смешно выглядит. Наконец, короче, дали горячую воду, слава тебе, Господи, черпнула мою голову, поэтому сегодня шухер пока на башке. Сейчас пойду делать педикюр, потому что сама уже не дотягиваюсь до ног. Мне очень неудобно, точнее, не дотягиваюсь, но получается вообще не очень-то как-то. Поэтому, так как скоро рожает, так как уже неудобно ходить, я пойду сейчас делаю себе ноготочки.
Вот, готовлю пока что картошечку. Те, кто знает меня, хорошо знают, что я очень люблю картошку. Сейчас запекаю ее. Скорее бы уже поесть. Вот. Сегодня у нас какое число-то? 5-6. Сегодня пятница. Значит, 2-го. Да, сегодня 5 число, 5 июня. У меня уже ужасная рвота по беременности. Кто-то называет это предвестниками, кто-то пишет, что там какие-то осложнения могут быть. На самом деле нифига подобного, у меня все анализы в порядке. Прописали мне лекарство, вот буду сегодня его пробовать пить. Живот опускается, уже 3 пальца, ну почти 4 даже. Там мизинец только чуть-чуть осталось. Вот, и... Что у меня? У меня ложные схватки периодически бывают. Не сильно тянущие боли в пояснице. В паху кажется, что как будто месячные сейчас начнутся вообще. И стреляет до сих пор. Короче, полный набор. Я молюсь дотянуть до понедельника. Вот, а там с понедельника пускай уж что хочет, то делает. Вот, потому что там будет 36-я неделя, уже не так страшно. В салоне, не знаю, смогу снимать, нет, если вдруг поснимаю. Настроения нету, ничего не хочется делать, что-то сегодня вообще прям все, у меня уже начинается лень, мне хочется побыстрее все родить уже и переключиться как бы на вот материнство. Живот у нас большой, вот. Так, если смотреть даже, ну вот, ну в этой кофе, в принципе, нет. Короче, живот уже ниже стал. Ладненько, пойду дальше готовить, всех люблю. Просто когда у тебя есть собака и у нее линька, происходит вот это, причем вчера я пылесосила, и сегодня у меня опять здесь этот снежный покров везде. Сделала, кстати, ногти. Тора, отстань от меня. Здесь так не видно, они здесь блестящие, в принципе. Ну, такой глянцевый. И полупрозрачные, поэтому мне не придется, если что, в роддоме не заставить стирать ногти. Обычный педикюр, не стала красить ногти, мало ли вдруг там тоже предъявят по поводу того, что влаг и так далее. Тем более у меня шеллак, вот, я его никак там не сотру. Вот, а ногти на ногах обычные, наконец, подстригли мне, блин. Уже заколебалась, честно. Когда не можешь дотянуться еле-еле-еле, сама себе шнурки там завязывают. Вообще ужас. Ужас. Вот. Также, да, вчера баловалась оригами, делала звездочки. И тут у меня цыпленочек. Пока мне ничего такого не происходит неожиданного. Чё, диплом? Защитила, все защитила. Поэтому пока остается ждать. Насчет топов я пока еще не знаю, сниму, не сниму, успею, не успею. А если завтра будет хорошее настроение, то завтра сниму топ нескольких дорам. И, может быть, сниму как раз про несколько сериалов. Ну, штучки. По 3 хотя бы, потому что я смотрю, но не так много сейчас. Ну что ж, на этом, пожалуй, я буду закрывать свой влог. Пойду кушать картошечку вкусненькую. Всех люблю, всех целую, спасибо, что со мной. Если не рожу раньше срок, то сниму еще пару видосов. А если, к сожалению, у меня начнется родовой процесс, то я не знаю, как быстро я выложу новые видео. Постараюсь, если у меня не будет там стремительных род, более-менее терпимы, постараюсь поснимать в роддоме, показать вам, какой этот 17-й роддом после ремонта. Ну, в родильной, я думаю, я точно не потащу с собой телефон. А в предрозовую, допустим, я смогу вам поснимать. Ну что ж, всех люблю, всех целую, ваш Надь, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И удачи нам!